Surprise, motherfucker. Всем привет, друзья, с вами Мистер Билл, и мы продолжаем проходить Алису Магнус Ретурнс. Так, что у нас здесь? Я почему-то думал, что тоже конец игры, а мы прошли всего 60%, еще 40% впереди. Странно. Я, честно говоря, думал, что мы уже ближе к концу. Поскольку как бы все оружие все найдено, обычно максимально все орудие наружу находится к концу игры, а здесь как-то странно. В общем, ладно. Так, что мы тут делаем? Где мы тут появились? Помню, нас сюда спустил тот самый охотник этот королевы, палач который. Так, опять играем в шахматы, я так понимаю, да? Типа они тоже будут двигаться, да? Я что-то не понял сейчас. Что произошло и почему у меня мышка наверх экрана не залазит? Так. Да чтоб тебе не в ту сторону, блин. Оно все двигается. Блин, нажимаешь налево, она идет направо. Да что тут? Почему? Куда мышка исчезает? Почему мышка под эту картинку залазит? Видите, нажимаешь налево, она идет направо. Нажимаешь направо, она идет налево. Блин, ну не знаю я. Не люблю головоломки, уже давно об этом говорил. А, тут, наверное, все проще. Так, а и что? Закончились ходы? Меня дико бесит этот коник, который все время ходит. Он тупо мешает ужасно просто. Он просто дико мешает. Потому что как ни походи, он тебе все время преграждает дорогу. Наконец-то, господи. Сейчас еще второй раз, по-моему, будет. Это дико раздражает, друзья. Не знаю, если вы будете... Нет, второй раз, слава богу, не будет. Но это... Если вы любите головоломки, и вы в них хорошо понимаете, для вас это будет несложно совсем. Блин, для меня это просто... Ну, просто дико бесит, короче, мне эта херня, серьезно. Эти головоломки, они каждый раз сложнее. Меня это жутко раздражает в таких играх. То есть, я понимаю, эта игра должна быть вот экшен. Я бегаю, стреляю, убиваю монстров, да там... Но вот эти вот головоломки, они тут, ну, вообще не в жилу, короче. Если бы я любил головоломки, я бы, ну, там, купил или взял бы себе игру, в которой они есть, и играл бы в нее, как бы, а не в эту игру. Это вот, наверное, в этой игре, ну, не считая этого тупорылого прицеливания, которое здесь, то вот эти головоломки меня, наверное, больше всего здесь раздражают. К управлению привыкнуть, я пару дней не играл. Ну как пару дней, считай, неделю, а то и две. Надо. Ну, прицеливание. А, тут же прицеливание другой кнопки. Я как бы Dark Souls я жму. Поезд.
Тот самый чудный поезд. Вон там ракушка. Ага. Есть. Да, короче. Головоломки не мое. Так, опять эти дикие кролики. Кто теперь тут будет против нас? А, о, это все жопа, короче. Это мы будем долго и нудно проходить. Так, да где там это прицеливание кончено? Да чтоб тебя! Вот против них, вот против кого-кого, а против них это очень... О, еще и этот. Это будет очень долго, друзья. Опять это убогое прицеливание, я не могу ни хера сделать, меня ставит боком, я ни хера не вижу, короче, как происходит. Я просто ни хера не вижу, короче. Вот, они меня тупо лупят, короче, это вот... Мини-дети. С ними на самом деле сложно было против них противостоять, сложно и в нормальном-то режиме, короче. А в этом убогом это вообще... То есть в этом убогом режиме это вообще очень сложно. Или я сделал все? Блин, ну странно все равно. Вот как я их победил сейчас? Я не понял. Либо странная игра. Местами все нормально, местами какая-то дичь происходит. Прицеливание здесь еще убогое, которое должно показывать тебя, тебе все время врага, да, ты для этого прицеливаешься, чтобы видеть врага как бы в лицо все время. Но при этом оно показывает тебе, тебя сбоку, там, сзади, как угодно, короче, ну ты ни хрена вообще все равно с него не видишь из того, что ты должен видеть. Смысл такого прицеливания я, честно говоря, не понимаю. Вот чего-чего, а это не очень убого сделали. Так, я почему-то с ножом... То все в игре прикольно, но вот прицеливание и головоломки эти меня раздражают. Головоломки раздражают чисто меня, друзья, потому что я их не люблю. Ну, не люблю такие головоломки. Если головоломка, то можете ее в руки покрутить, это одно, а вот цифровать это другое. И, блин, меня раздражает здесь прицеливание. Оно сделано ужасно убого, ужасно кончено. Через одно место, короче, оно сделано. Оно тебе не позволяет вообще адекватно ничего делать. То есть, конечно, за неимением худшего приходится, ну, лучшего, точнее, приходится использовать ее, но суммарно это полная параша, короче, это головоломка. Вот это опасный череп. Да чтоб вас! Опять это прицельное тупорылое, наводится само по себе на кого хочет, короче. Причем не на того, кто рядом, как бы, что странно. Давай уже появляй свою рожу, показывай. Короче, все своеобразно в этой игре. Так, там вот ключик. Угу. Где-то здесь еще хрюкало хрюкает. Хрюкало. А, вон оно. Чего она нам откроет? А, она поднимет там какую-то штуку. Окей, с корзинкой. Короче, как в каждой игре, в этой игре есть свои косяки. В каждой игре есть какие-то свои косяки. Все предусмотреть все равно невозможно, поэтому разработчики где-то допускают определенные ошибки, недоработки. Ну, что-то является, возможно, элементом усложнения игры, но я этого не понимаю. Так.
Что у нас тут? Зубки! Бутылочка и зубки, 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 зубки. Бежим дальше. Так, теперь надо вернуться на эту хреновину. Жутко бесит это исчезающие штуки. Ну вот именно поэтому они меня жутко бесят, потому что они с каждым разом исчезают все быстрее. Ну, я появился здесь уже, слава богу, не надо будет. Так, нам, по-моему, туда. Нет, нет, нам туда. На ту сторону. Тут вниз дырка. А для чего она тут? Непонятно. Так. Я туда пришел. Туда мы лазили, да, нам вот туда надо теперь залезть. Интересно, здесь что-то запустится, что ли? Вроде никаких запускающихся штук я тут не вижу. Ну, то бишь, чего-то типа... А! Так, я понял. Я, наверное, слишком долго ждал. Может, сама не сидя опустилась. Возможно, нужно сделать по-другому. Давай, 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 давай. Нет. Я понял, нужно делать немножко по-другому тут все это дело. Так, ничего не получится. Я понял, для чего есть эта дырка. Нам нужно делать это вот так, получается. Залезть сюда. Даже нет, не совсем так. А, здесь гриб еще. Ой, мы погибли. То там еще и гриб, тут, короче, что-то они такое намудрили опять. Интересное. Короче, это нужно делать вот. Ну, не так. Не так. Так, так, так не делайте. Что-то я опять какой-то фигней занимаюсь. Нужно делать вот так. Ставим сюда мухомор. Ай, я не прыгнул почему-то последний раз. Опять вот, почему-то, когда прыгаешь с гриба, он прыгает всего один раз, иногда два. И все. То есть, я не знаю, что это за прикол такой, но почему-то вот именно вот так происходит. То есть, именно когда прыгаешь с гриба, он... Он прыгает всего один раз. Опускаем эту фигню. Теперь ставим этого кролика. И все. И второй раз он не прыгает. А высоты не хватает. То есть надо не до конца дожидаться, наверное. И что? Как я должен это сделать? Блин, ну... Блин, реально тратишь время просто вот на такую вот херню, короче. При том, что времени и так нет. И вот тут как вот так спрыгивать? И как? Вот, ну как? О, наконец-таки! Наконец-таки! Вот не хватало еще упасть вниз. Ну, блин, ну неинтересно, серьезно. Ты тратишь много времени для разгадывания этих головоломок. Если бы я хотел головоломки, я бы в Лара Крофт поиграл, серьезно. Чем? Я хочу как бы какого-то месива, знаете, жогого. А тут, блин, не, какие-то залы прям нормальные, прям много-много месива, а какие-то залы тут сплошные головоломки какие-то идут. Так, теперь нам туда, и как нам туда? Так же, что ли, таким же хитрожопым макаром. Только теперь нам надо вот ту поднять, да?
Разработчики, вы меня огорчаете, серьезно. Это серьезно огорчаете. Когда ты уже, конечно, приноровился, уже, в принципе, понятно, как тебе что делать, тогда легко. Но когда ты первый раз начинаешь делать, блин, ну... Пока ты еще не приноровился, это не дырка, нет? Довольно-таки сложно это все делается. Так, там кто-то вот там с рогами. Королева, что ли? Ну, опять, наверное, шахматы, гребаный турнир будет сейчас. Только немногие нашли путь. Некоторые его не узнают, а некоторые не хотят. Я понял. Опять эта шахматная хреновина, блин. Ёбин-бобин. Опять эти, тут еще и двое их, короче. Опять и конченые кони, плюс их тут еще и двое этих коней. Ага, теперь вот такая херня. Теперь там еще второй конь, он убивает эту, вторую эту херню, короче. Как вы мне дороги, разработчики игры, серьезно. Ну мы сделали, и мне повезло, короче, но, блин... Просто головоломка на головоломке. Каждый новый шаг — новая головоломка. Все, друзья, я думаю, на сегодня все. Сейчас зайдем в ту дверь. И на сегодня, я думаю, мы с вами закончим. Так. Серия получилась, в отличие от остальных, довольно длинная. Лидл. По идее, мы типа должны появиться в реальном мире сейчас. Лиди ненавидела закрытые комнаты. Ее комната была дальше от огня, чем моя. Ты не мог бы убить ее. Она никогда не закрывала свою дверь. И кроме того, она знала, как выбраться из дома через окно. Кто-то обезглавил или убил Лиди, затем закрыл ее дверь, после чего взял лампу, отнес ее вниз и устроил пожар, чтобы скрыть свои преступления. Их планом было убить нас всех. Ключик такой. Атаки булатного клетка. Бурлатного почему-то он называется. Ее сестру убили, обезглавили, короче. Фух, да, жесткая игра. Мне что-то карта сейчас появится опять этот... как его там зовут? Палач королевы. Ух ты, как я интересно прибежал. Корзинка. Почему нож? А, кстати, я могу что-то улучшить оружие. Давайте улучшим, на сегодня точно все. Продолжим потом. Так, лошадка у нас всего лишь третья. Да. Вот такая она, теперь единорог у нас теперь, короче. Теперь у нас забавный единорог. Тут что-то застряло. Подглючит иногда тут, конечно, местами. Так, где там назад? Вот такая у нас теперь лошадка, такой единорог, короче, такой. Ну, бьет она примерно так же, но только она теперь единорог. Ну, я думаю, урон, естественно, стал больше. Что это за сердце с крыльями? Смотрите. Я не могу в него попасть.
И на него, по-моему, не наводится прицел. Где кошак? Разберись с тем, что тебя пугает. Оскорбительное обращение нельзя оставить без ответа. Понятно. В общем, друзья, в следующий раз начнем вот отсюда. Тут целая куча этих вот фишулечек. Золотой зуб. А для чего надо было по всей этой херне прыгать? Чтобы зубки собрать и все? Типа, в результате мы пришли бы все равно сюда, только надо было прыгать вот по этим вот сверху кубикам, да, чтобы собрать там немножко зубиков. И все, походу. Или не все, или вот там какая-то вон дырка есть. Нет никакой дырки. А, я понял. Ай! Ай, да хватит! Нифига их тут! Я тут очень мало места и жутко неудобно это все делать. Плюс я все время путаюсь в кнопку. Фу. Что-то очень длинная серия у нас как раз получилась, друзья. Почти 30 минут. Так, все, на сегодня точно все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Дальше продолжим с этого места в следующий раз. А на сегодня всем спасибо. Приходите на стримы, не теряйтесь. Если вы досмотрели до конца, напишите «Я досмотрел до конца». Я буду знать, что вы топ. Все, друзья, покеда.